Друзья, всем привет! Меня зовут Проха, и сегодня я расскажу вам, как не угробить ваши гитары в зимний период времени из-за низкой влажности в помещении. Зимой, когда мы включаем отопительные приборы, влажность в помещении начинает значительно уменьшаться. Чтобы знать о реальном положении дел в вашей комнате, рекомендую купить прибор, который называется гигрометр. Вот, он бывает электронный, бывает механический. Вот в моем случае он электронный, показывает внизу слева температуру, а внизу справа влажность в помещении. Его нужно ставить в другой конец комнаты и следить за показаниями этого прибора. Нормальная влажность в помещении должна соответствовать 40-60% для гитар. А температура, ну, 20-25 градусов по Цельсию. Все как у людей. Существует несколько способов увеличить влажность воздуха в помещении. Самый простой способ – это поставить емкость с водой недалеко от отопительного прибора. Чем больше площадь емкости, тем больше увлажнение. Вот. Сеточку нам любезно предоставил сабвуфер. Есть более технологичный способ, но для этого нужно купить вот специальный увлажнитель. У меня он японский, еще и очищает воздух в комнате. Вот. Но он используется с очень шумным русским трансформатором. Вот это его недостаток, то есть шум при работе. Также не стоит забывать подливать сюда воду, потому что если в нем не будет воды, он, соответственно, не будет увлажнять помещение. Также, если вы храните вашу гитару в кейсе, есть специальные девайсы для создания внутри кейса микроклимата. Там, вот, например, для акустической гитары там такая фиговина ставится в деку. Вот, наполняется водой она перед этим, и она постепенно эту воду отдает. Также не забывайте в том, что не рекомендуется располагать гитары непосредственно рядом с окнами и дверьми. Потому что при открытии и закрытии происходит резкая смена температур и влажности, что губительно влияет на инструмент. Вот. Также не стоит располагать гитары рядом с отопительным прибором. Так что если вы заметили, что с вашими гитарами происходит что-то странное, например, начинают вылазить лады, искривляется гриф, появляется помутнение на лаке, или гитара часто теряет строй, то, скорее всего, влажность помещения у вас отклоняется от нормы. Купите себе гигрометр и не гробьте ваши гитары. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!